Всем привет на 126-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Wings of V. Вот уже третья часть по ней. Итак, пока я не стримил ее, прошло, ну сколько, ну 4 дня, да? В воскресенье я стримил, сегодня четверг. Уже версия 1.0.5. Вышла куча патчей, в том числе... Как мне сказали, что у некоторых людей полетели сохранения. И Солгрин лишь развел руками, говорит, ну, надо было бы капить. Вот. Так что у меня сохранения, те, которые с прошлого стрима, если что, уже в облаке лежат. Я не смотрел сейчас, они слетели там или нет, но, в общем, ну, сейчас посмотрим. Да, действительно... Действительно слетели, да? Надо же. Надо было, в принципе, все-таки, наверное, посмотреть перед стримом. Так, и что я должен так сделать? А мне надо их обратно распаковать, да, из этого. Сейчас, где они? А что-то мне кажется, что они не подойдут на самом деле. Так, Wings of V. Ну, допустим. Я заменил теми, что забэкапил. Блин. Странно. Привет, Ксенрир. Да нет, должен быть. Вроде только что был. Да есть я в списке. Обнови там, может, избранное. Так, и что мне делать с сейвами тогда, непонятно. Так. Не воспринимает он. Блин, я не хочу сначала проходить. Он тут что-то написал про это. Вот, он написал but will also convert your global setting and option to new format. Should you experience any form of issues with new format, please make post on the forums. Это не должно иметь эффекта на сейвы в целом. Так. Сейчас, короче, сделаю так. Удалю полностью в папку дата у игры, в которой все настройки, все сейвы полностью. Так, запущу игру. Запускаю игру. Сейчас должно быть полностью как это, с чистого листа. Да. Ну давайте настройки заново сделаем. Да, конфигюр. Нажмите прыжок на контроллере. Shoot. Action.
меню и респаун. Так, также посмотрим, что там у нас в настройках. Я не понял, что я настраивал еще. А Rumble это что такое, не знаю. Так. Громкость. Rotation Quality. Graphical Effect Best. Resolution. V-Sync. Ну давайте V-Sync включим. Display Death, Display Time. Ну все. Так, и допустим, создадим первый сейв. А, вибрация геймпада. Так, создали сейв. Все, теперь выходим из игры. Посмотрим, что там создалось. Ну, в принципе, выглядят все файлы точно так же. Теперь заменю только файлы в папке сейф 1 на те, что у меня там с прошлого стрима. Это не у меня, это у Good Game. Ну ты не читал, что ли, на Good Game? Они ввели какие-то новые там технологии стриминга и, ну, вообще серверов своих. Это теперь сервера у них намного более стабильные, но зато задержка стала высокая. Ну блин, не работает, ну как так-то? Жесть, сначала все начинать. Тут Солгрин, а? Ну что за жесть? Ну ладно, придется сначала. Диалоги я уже все читал. Интересно, смогу ли я за один стрим догнать то, что я за два предыдущих прошел? Но я все равно буду со всеми разговаривать, потому что это... Ну мало ли, это какой-то эффект вдруг возымеет. Кстати, вот с этими я не разговаривал в прошлый раз. Ну я так бегло читаю, тут я думаю ничего особенно важного нет. Ну про этого демона говорят, который заперт. Ачивка. Ну, какая-то фиола очень спасла это с помощью магии. Ну это вот. Ну короче, в битве вроде, да, с этим Джек Оулом.
Так, ну зато я сразу сейчас буду запоминать места, где тут есть секретки. Так, а тут я был? Не знаю, ну сейчас я только начал, как бы сложно сказать, но явно, что да, часа два-то минимум. Ну, тут вроде ничего нет. Просто мне говорили, что секреток я очень-очень много пропустил. Давайте посмотрим, что я мог пропустить. Вот эта дверь, как в нее попасть? Сейчас, сейчас, подожди, Руби. Тут, видишь, неизведанные места, да? Случайно нажал. Нельзя, что ли, запрыгнуть? Ну ладно. А, вот тут можно запрыгнуть, да? Ну, по-моему, туда я не допрыгну никак. А, что я сделал-то? Стоп, а если... А, нет, отсюда тоже не вариант. Нет, тут, по-моему, без двойного прыжка туда не допрыгнуть, значит, я сюда вернусь еще. Не, не допрыгнуть, ну явно. Так, а тут что внизу? А, я оттуда пришел, да? Ага, тут я был, да, только что везде. Да. Буду теперь исследовать, потому что явно много пропустил в тот раз. А, ну гоночку сейчас выиграем. Да, выиграли. Как вообще сначала начать? Блин, только респаун, но респаун добавляет смерти. Ну, в принципе, какая разница? Да блин, ну... А, да, ну да, надо, короче, маршрут вспомнить, я помню. Я понял. Да что такое? Вроде же легко было, в тот раз я легко победил. Привет, Элис. Да, сейвы накрылись, несмотря на то, что я их забэкапил. Они не подходят.
Ага, тут закрыто. Зато теперь я секретки ищу более внимательно. Так, тут нету. Ну, Солгрин такую, да, небольшую подставу сделал, конечно. Но я думаю, я не так много прошел, в принципе. Еще раз пробегусь, зато результаты будут лучше. Причем я не знаю зачем, но Солгрин сделал ачивки в Стиме и ачивки в игре. Это как бы разные, можно сказать, отдельные. То есть... А список не надо, а вот подсказывать, где они лежат, можно, я буду рад и благодарен. А, тот рубильник вырубает это, короче. Вот это, ну, его оковы, да? Просто в тот раз, по-моему, в тот раз она мне этого не говорила. С картинками. Блин, там спойлеры. Ну, как бы, да, локации я же вижу. Ладно, сейчас. Ну, первую я помню, где я ее сам находил. А если вернуться? Ой, да тут что-то стало не очень. А, ачивка No Way Back. Блин. Как ее мог этот мелкий унести? Он же, блин, меня не уносит, меня он только ранит, я его быстренько рубаю и все, а она как-то не осилила. Опять это все проходить, ой, жесть. А знаете, что я хочу проверить? Сейвы-то работают, а то я сейчас тут пройду, да? Надо сейчас выключить игру. Так, меню.
go to title screen. Так, ну вроде работает, да? 0 DS? А, это 0 именно на этом уровне. Ну да. Ага, враги заспавнились. А, ну правильно, я же сейвы начал. Зато я уже к управлению привыкший. Тут ничего нет. Так. Извиняюсь, сейчас со спам отрублю. Эх ты ж, а чё ты меня заовнили-то? Да не так, ну... Оп! Оп! И норм. Да, геймпадом, конечно, значительно удобнее играть, все-таки. Ну, когда спамить не надо активно, ну, прям так, как в айвонах, там. Да как так-то? Да, то, что я второй раз прохожу, по-моему, вообще мне никак не упрощает задачу. Только на боссах упростит, потому что, ну, как бы, я помню их атаки, да. А в этих местах, блин, я все так же буду рандомить. И, ну... Печально, в общем. Я думаю, буду тоже два стрима проходить. А, ну опять же, только из-за боссов быстрее будет. О, здоровье. Да ну... Непривычно прыгать через падение. Очень непривычно прыгать через падение. О, упал. Хм, повезло. Так. А, я вспомнил. Я вспомнил этот момент, дурацкий момент. Да, что-то, по-моему, я опять не дойду до сердечка. Ну, без урона повезло. Да что же я сделаю? Да, и так чувствую, страдать придется на каждом моменте снова. А где? Тут же еще один был. А, вот он.
Да как он не убился-то? Я ему столько нанес. До хрена. Зачем вот эти все-таки уничтожать статичные, непонятно. Которые стоят вот эти вот, я даже не знаю, как это называть, коконы. Или что это? Стоп, такого же не было. Его огонь еще горит на мне и наносит урон. Это что, новая фишка новых патчей, что ли? Вот это жесть. Надо было, блин, проходить игру, пока был на версии 1.0. Опять сейчас гореть буду, да? А, нет. Ты куда? Ты что делаешь? Я жал прыгать, оно не прыгнуло. Глупая, что ли? Надо же, выжил. Да, тут вообще не знаю, как пройти. По-моему, в прошлый раз я нарандомил. Блин, да что же он не убивается-то? Блин, как-то я не могу чего-то понять в механике. Определенно что-то не могу понять в механике. Почему они убиваются как-то странно? То им нужно пару ударов, то им нужно очень много ударов. Вот сейчас вот что он там с пару ударов умер? Не думаю, что у них есть какой-то, типа, важно, там, попал ты в голову, там, или нет. Вряд ли, что-то. Ну вот и опять.
Вот он прыгает в меня, и вот я вот что должен делать, да, непонятно. То есть как это проходить без урона? Ну вот на этом Думит мод, да? Я вот пока просто не понимаю. То есть если, например, в каком-нибудь боссе там, да, там понятно, как пройти там на рейпе, да, и так далее. Ну, как бы, блин, не задевай шипы и все там, да. Боссов ты все равно любых проходишь без урона, так и так, да. А здесь непонятно, как можно без урона пройти. Вот. Боссов можно, а вот это непонятно. А, ну все, я не допрыгну до туда, да? Да ну, все, сейчас сгорю. А, ну, в смысле, вот эти сейвы, они, да, есть в режиме без урона, но, как бы, все равно. Ну вот, если я сейчас не могу, у меня вон сколько здоровья, 100 единиц, и я не могу с этим пройти этот момент, а вообще с 1 хп, когда будет, как это пройти? Не, ну понятно, что я там еще плохо играю, но я все равно не понимаю, ну как вот вообще ни на чем из этого не получить урон. Это ж какая-то мясорубка, не знаю. Ну, наверное, какие-то есть тактики, ну, которые просто непостижимы для меня. Вот он сейчас напал, да? Что я должен был? Я прыгнул вроде увернуться. А как вот, чтобы он не задел вообще? Ну вот. Иногда получается, и что, неужели рандомить как-то? То есть, а как вот, чтобы 100% без урона? Мне вот этого непонятно. Но рандомить-то всегда можно. Я вот даже 3 подряд убивал без урона, да, вот этих монстриков. Но это, ну, один случай из скольки. А как вот, чтобы вот по-любому без урона, вот вообще, да, непонятно. Чтобы это было именно на скилле, а не на каком-то рандоме непонятном. Да, вот так-то от всех можно, ну как? У меня еще подката нету даже, как я вообще должен ворачиваться? То есть, например, я думал там, ну может быть вот когда он прыгает, да, в принципе под ним можно подкат, наверное, сделать. Но... Ну некоторые вот так бывает застреют, но опять же, не всегда. Не всегда они так застреют. Ну сколько я должен был предугадать, что он полетит по верху, а не по низу? Убегать? Ну убегать это же не наш метод. Ну, наверное, я же говорю, да, наверное, я краб, но все-таки вот я не понимаю. И понятно, что раз это есть, значит, это можно.
Да ладно, не допрыгнул. Ну что это? О, я же уже убил его, а там дальше сейф, я помню, вроде уже врагов нету. Отступать. Ну, сейчас неплохо, в принципе, получилось. Небольшой урон. Ну вот я пытаюсь, как бы, да, от него как-то уворачиваться, но получается, что я даже больше урона получил бы, если бы в тупую стоял бы, вот так вот калаш майтил. Да блин, ну встань ты нормально, чтобы тебя мог продамажить. Офигеть, блин. Вот еще раз. Как от него вернуться? Ну ладно. Это где он там прыгает еще? А от этого как? Ну, наверное, каждому можно найти свою тактику, но это чё, это ж пипец, сколько надо тут времени провести. Ну, почти полное здоровье. Сейчас сгорю, да? Почти сгорел. Сейчас добьет кому-нибудь вот эта фигня меня. 23 он отнимает. Да я не знаю, как его убить. Ну серьезно, ну не знаю вот. Ну что, я убегал, отступал. Это что, мне помогло, что ли? Да блин. Ну тут ладно, я случайно прыгнул. Какими еще синими фаерболами? Не было такого. А если это спойлер, то не надо. Я-то не видел же. Так, ну достаточно много осталось здоровья. Вот этого бы по-быстрому как-то завалить. Да он 23 опять меня потратил, ну это жесть. Короче, там под воду спустились в этом городке, где оборонялись люди. И они нам открыли ворота куда-то там под воду. И все, я на том уровне, ну как бы вот уровень начался, я сразу закончил. Да вот, ну уйди ты, ну вот сколько я его раз ударил? Раз 5, да, или больше? Он не умер.
видел. Подожди, про что ты? Синими фаерболами. Синими фаерболами. Блин, что-то, значит, я уже забыл, походу. От него что, как от Соника, что ли, уворачиваться в боше? Это жесть. Да не знаю я, как от него вернуться. Хотя вроде видно, что тактику можно подобрать, вот какие-то прыжки, но он же резкий и вообще непонятно как. Да ну, не знаю. Посмотрю сейчас ссылку. Не отображается. Какая-то заглушка только. Не, без понятия, как это пройти без урона. Ну, именно так, чтобы, да, опять же, стабильно именно. Неужели кто-то уже прошел без урона? Ну, я имею в виду, ну, да, без урона именно режим. Понятно, что там не с первой попытки, может, все сейвы, но я имею в виду вообще. Еще причем на демон моде там, да, ну это жесть. Совсем какая-то жесть. Если честно, по-моему, я сейчас на этом моменте торчу больше, чем в первый раз. Так, ну давай. Наконец-то. Что тут у нас? Так где это? Давай подлети поближе. Сейчас посмотрю ссылку. Разберусь тут с этим товарищем. Эти. Я понял. Я понял. Да, были. А они... Говоришь, там жестко вообще будет? Да нет, как раз таки те моменты мне легкими показались. А, ты имеешь в виду без урона? Без урона, да, ну... Ну, не знаю, по-моему, все равно это не так сложно, как раз таки. Там чисто тайминг и все. Понять тактику довольно простую. И тайминг, и все. Там как раз таки ничего такого. А тут непонятно, они какие-то раздражающие, летят на тебя постоянно. И, непонятно вот это.
Опять же, вот эти вот, которые кидают огнями, ну понятно, да, подловить его просто, когда он появится неудачный для него. Вот так вот, например, да? Вот, все, я без урона его уничтожил. Тут тактика понятна. Если не торопиться, то вообще, в принципе, несложно. Ну, конечно, когда затравливают. А вот эти вот? Вот что вот, почему наверх сейчас прилетел? А сейчас понизу. А вот сейчас что, опять наверх? Как его? Без урона убивать. Только получив один удар. А, ну не знаю. Я не знаю, доходил до туда или нет. А ты на каком режиме сложности играешь? На таком же? Так. Сердечко. Да уйди ты. На нормале, ну то есть на Mortal Mode, да? Ну этот жесткий момент. Я помню. Ну короче, можно уже удалять. Все-таки что дает уничтожение вот этих вот штук? Непонятно. Просто так? Ха, может так его надо? Именно убегать от него надо? Блин, не допрыгнул? Допрыгнул. Ну да, похоже, если от летуна, если убегать так хорошо, и потом резко, ну, возвращаться и бить, то, по-моему, да, можно его так размикрить. А вот этот, не знаю. Он не очень. Как я тут раз прошел вообще? Фулгрин точно сложность не увеличил? Потому что что-то мне кажется, я там совсем не близок к победе. Так как же его убить-то? Что-то мне показалось, что я уже понял, и вот оно вообще не... Ничего не понял, оказывается. Ну где ты? Блин, не допрыгнул. А, сейчас бы мог хорошо его, кстати, побить. Жалко нельзя сохраниться, когда уже там несколько врагов убито. А, я, кажется, понял. Атаку нужно его дожидаться. Он же неравномерно летает. То есть вот он атакует иногда. И в этот момент его можно перепрыгнуть.
Ничего себе, он появился прямо на возе меня удачно. Удачно для меня. Все равно хрен знает. Ну, как бы, не знаю, ну убегать каждый раз. Я же как-то проходил это, не убегая. Ну, с уроном, да, но... Мне же хватало как-то жизни на этой же самой сложности. Насколько я помню, мне это сердечко восстанавливало полностью здоровье. А это значит, что у меня к этому моменту оставалось больше половины. А сейчас у меня, ну, оно уже вообще ничего не осталось. Ну все, я труп. Не понимаю, что изменилось. При том, что я помню, тогда я еще играл на неудобном мне управлении, на клавиатуре. Я к нему не привык, мне было неудобно. А сейчас я играю на удобном геймпаде и... Ну, то есть все свои движения я осознаю, как бы нажимаю клавиши в правильном порядке. Но при этом не могу пройти. Да сколько он нанес? Почему так много-то? У меня было полное. Ну надо же, без урона его вроде, да, прошел. Правильно. Еще у меня есть одна теория. По-моему, именно в атаке они очень много отнимают здоровья. А если просто когда стоят, то немного. Сейчас он именно атаковал. Ну блин, короче, непонятно. Ну вообще, мне кажется, я тогда застрял на этом моменте капитально. Нет, все равно 23. Или он атаковал в тот момент? Да, я думал, что я сейчас за один стрим пройду столько же, сколько за два. А в итоге я уже час не могу пройти самое начало вообще. То есть там даже еще этого первого вот поста... той девчонки не было. А она, между прочим, после второго портала. Это вот только первый портал. Второй портал потом. И потом только она. Ну это что-то совсем я уже левое сделал. Хотя, как ни странно, урона получил не очень много. Зато этот меня убил. Да хорош.
А, ну отлично вообще. А что если уйти оттуда? Ну если так будет продолжаться, придется ангел мост включать. Но мне кажется, Салгрим что-то сделал. Что-то усложнил. То ли урона они стали наносить больше, то ли что-то еще, то ли атаки злее стали. Да нет, атаки такие же, я помню, она такая же прилипала была, эта штука. Но только она не так убивала. Ну вроде, или мне, неужели мне кажется, ну а что, я хуже играть стал? С чего вдруг? Блин, ты появишься нормально ты или нет? Надо было бить, кстати, что-то я затупил. А, теперь по ту сторону огня. Наконец-то. Ну вот ради чего я столько сейчас тут стоял? Ради того, чтобы сейчас погибнуть на какой-нибудь на ерунде очередной, да? Просто вот, ну, конечно, очень демотивирует это то, что, блин, там какая-то жесть дальше, и вот... Очень не хочется подолгу вот этого ожидать, там, пока вот он там в хорошую фазу попадет. От него же вроде можно убежать. От них нельзя вообще убежать. Да сколько ему надо, ну серьезно, ну я ему нанес ударов сколько, блин, 6, наверное. Лучше бы тут одни шипы были повсюду, ну серьезно, чем вот эти вот...
То есть там помикрить, что-то попрыгать, это да, это круто, но вот от этих, вот с этими сражаться, это такое не очень, вот мне это не очень на самом деле нравится. Наверное, единственный минус для меня этой игры, вот это вот эти раздражающие, блин, враги. Нет, если бы вот эти были, то б ладно, а вот эти вот всякие летающие, от которых фиг увернешься, ну не знаю. Слишком они сложные и навязчивые. И это не та сложность, которая мне нравится. Вот там на втором или на третьем уровне было место с этими с молниями, с желтыми шариками электрическими. Да, там было сложно, но то мне нравилось. Это хорошая сложность. Но там нужно было правильно прыгать, тайминги ловить. А здесь ерунда какая-то. Либо, опять же, может быть, что-то я упускаю. Хотя, да что тут можно упускать-то? Бей, уворачивайся, да, и пройдешь. Вернуться от того, у кого прицел постоянно на тебя направлен. Это как-то не очень реалистично. Убил, что ли? Не знаю, пройду ли я этот момент вообще. У меня уже есть сомнения, что я вообще его пройду. Ну, буду пока пытаться, конечно же. Да сколько их там будет-то? Я даже половины не снес. Второго босса это летающий, ну, типа, дракон такой демонический. Ну, без урона, да, но, в принципе, я когда прошел, у меня вроде довольно много здоровья оставалось. Или нет? Ну, не знаю. Не, но мне кажется, можно его без урона, в принципе, пройти. А, не-не-не, я вспомнил, на его злой фазе, но когда он становится злой, и вот где летят дополнительные вот эти пульки его, да, там непонятно просто, как увернуться. Ну, в принципе, если понять, то я думаю, можно. А так, да, вот ту фазу я без урона никак не мог пройти. Ну, то есть именно не понимал.
как их пройти без... Вообще, хотя бы да с уроном даже, как их пройти? С маленьким хотя бы уроном, потому что с большим уроном я вон прохожу. Только недолго это прохождение длится. Не, ну говорю, ну боссов это нормально, ну их хоть с уроном, но пройти можно вполне, ну по крайней мере тех, которых я видел, да. Нормально, ну просто запоминаешь атаки и все такое. А тут я, тут нечего запоминать. У них одна всего атака. Но только я ее не могу размикрить в большинстве случаев. Вот как вот это я должен был с двумя их вообще быть? Сейчас вот с трех ударов он умер. С трех. Это тоже с трех ударов сейчас умер. Ну, в принципе, сейчас вот с трех ударов умер, и чё? А до этого, я помню, точно больше трех наносил. Неужели не попадал? Ну да. Вроде я тоже заметил, что немножко хитбоксы были странноватые. Ну хотя это, с другой стороны, как бы они же текстуру, в принципе, вид задевают немного, а этого достаточно. Просто в Тоху-то там точка, только хитбокс. Как этого тролля уже убить? А я помню, их там вроде двое с портала даже вылетят потом, да? В конце. Да короче. Жопа какая-то. Ну, блин, я же быстрее это Яна прошел в тот раз. Неужели настолько нарандомил? Жутко. Хотя мне казалось закономерным, что в начале игры я что-то прошел, ну, довольно быстро. А сейчас кажется очень странным, что я в начале игры настолько мучаюсь, хотя дальше там будут явно легче моменты. Блин, упал.
это жесть. Вообще есть мысль стоять по центру и сразу урон наносить, как только появляются они. Правда, они тогда сразу почти что мне тоже нанесут урон. Но вот явно, который прыгающий, он пока спрыгнет с портала, я ему уже один удар точно успею нанести. Ну, за первый стрим, да, я, по-моему, прошел два босса, да. То есть вот за девчонку, забыл, как ее там, Миоги, да, по-моему, зовут. И вот этого дракошу. Два уровня, можно сказать, прошел. Стрим длился, я не помню сколько, но, по-моему, часа 4. Сейчас уже прошло час 16, я пока сижу в самом начале. Можно сказать, меньше половины первого уровня прошел. И у меня, если честно, от этого подгорает. Ну офигеть, почти все здоровье снял. Я вот 4 удара уже нанес, 5. 5 ударов ему понадобилось сейчас. Я попадал, я видел, я попадал точно. Возможно, как-то все-таки влияет, как я попал. Потому что там циферки какие-то разные появляются. Но, блин, я-то не понимаю закономерности, почему эти циферки разные появляются. Должны быть одинаковые. Какая разница-то? От чего зависит? У них там даже, я не вижу каких-то различий, там, типа, тело, голова или что там еще. Ну вот пока рекорд текущий, да? Действительно, по центру, в принципе, неплохо стоять. Я сразу начинаю месить, ну и они сразу урон начинают, конечно, наносить. Но, видимо, все-таки это лучше. Более нормальная стратегия. Не знаю, как эта стратегия будет на Doomed мод. У тех, кто осмелится играть на этом режиме. И пройдет. Но, по-моему, для этого режима вроде бы нормальная стратегия. Только нужно сразу туда встать, на центр. Ну, когда еще эти двое не появились, первые самые прыгуны. Ну, короче, моментально надо, когда идешь к порталу, сразу в центр вставать. Попробую, по крайней мере, так. Посмотрим, какие будут результаты. Ну, почти полное здоровье. Ну, давай. Да офигеть. Да не, ну это все-таки какая-то жесть. Эти двое летающих меня столько снимают, что просто... Наверное, 70% они у меня сняли просто здоровье. Как от них увернуться? Ну хотя бы, чтобы они там, ну 40 сняли, но не больше. Я ж не говорю там без урона, да?
Это уже понятно, что это несбыточная какая-то вообще фантазия дурацкая. Ну просто хотя бы, чтобы они ну 40 потратили, не больше. Вдвоем. Хотя и то, мне кажется, 40 мне может даже не хватить. Потому что там еще потом летун появляется, а потом еще вот эти появятся, я помню. Сгорел. Так что надо, чтобы они там не больше, наверное, 30 сносили. Ну, значит, может быть, когда именно двое летунов появляется, наверное, по центру плохая идея. А вот когда прыгуны, то да, по центру хорошая идея. Ну, попробую так. То есть, когда летуны должны вылететь, я попробую сменить положение. Только дожить бы оттуда еще разок. Желательно с хорошим количеством здоровья. Блин. Ну я не хотел сердечко брать раньше времени. А хотя, если у меня было меньше 50% здоровья, то пофигу, да, когда уже сердечко можно было сразу брать. Ну ладно. Надо это учесть. Да что ж ты не убился-то? Сколько раз я попал? Опять, ударов 5-6 опять нанести пришлось. Ой-ой-ой. А кто уже успел склепать Винкс Вики? Винксов и Вики? Или это сам Сол Грин сделал? А чё он появляется за стеной? Так нечестно. Я, кажется, понял против них тактику, ну такую хотя бы частичную. Один удар бьешь в лицо, второй в догонку, ну перепрыгиваешь и в догонку, а третий стоя внизу наверх, потому что он начинает вверх лететь. По-моему, так. Ну, когда их двое, уже непонятно. Когда их двое, ну ничего не сделаешь. Вот ничего не сделаешь, когда их двое. Не знаю, невозможно пройти, когда их двое. Ну, без урона. Пусть кто-нибудь докажет, что возможно. Я не верю.
пока что. Да блин, ну вообще не сработала тактика. Там тайминг, походу, нужен еще жесткий, к тому же. Или еще что-то. Ну почему он не умер после третьего удара? Я, естественно, стоял, потому что у меня тактика заключается с трех ударов убить, а не с четырех. Семьдесят смертей? Это не было у меня столько. Я, по-моему, с 20 где-то прошел тогда. Ну, хотя бы так, да? Ну, хотя бы, опять же. Что значит хотя бы так? Ну вот, сейчас без урона убил. Может, еще надо отходить немного? Я ему три удара нанес. Летуну этому. Ну, короче, если и дальше и так. И дальше так пойдет все сложно. Потому что что-то сложнее явно стало. То, блин, надо будет разбавлять чем-то эту игру. Ну, я имею в виду стримы. Потому что, блин, ну это что-то, блин, жесть подгорает уже. Бомбит. Ну, как-то, блин, потому что без прогресса сидеть на топовом месте, это всегда хреново. Ну, как я уже говорил, что именно вот раздражает, что я не понимаю, что делать. А там, где просто нужно там размигрить какие-нибудь прыжки там интересные, это да, это нормально. Там я могу долго сидеть и, ну, вполне не жаловаться. Но здесь я не понимаю, как мне быть, и в итоге вот это, блин, вообще раздражает очень сильно. Кстати, нельзя вот того вызвать отсюда? А, он его еще нету, не появился. Сколько я ему ударов опять же нанес? Этого огнеплюва это единственное, кого я могу довольно стабильно, в принципе, без урона проходить. Ну, если терпение взять, как бы стараться, то нормально. А остальных хрен знает. Ну вот, блин, сейчас почти, кстати, было. Ксипи, привет! Салгрин постарался, чтобы я заново начал. Старое сохранение не подходит к новой версии. Хотя он написал в блоге, что это не так, но я перед фактом стою. Я забэкапил сохранение,
перед тем, как запускать. Но это мне не помогло. Я не могу пройти вот этот дурацкий момент. Не могу пройти и все. Вообще жесть какая-то. По-любому, да. Роль, ну он как бы вроде-то, ну, он говорит, что он формат настроек изменил и написал, что это не, ну, не возымеет эффекта на самих сейвах, но говорит типа забэкапьте сейвы, это написано в блоге. Я забэкапил сейвы еще несколько дней назад, потому что мне уже сообщили, что там у кого-то полетели сейвы, вот, я забэкапил их, но, говорю, мне это не помогло, то есть я их назад вставляю. И мне пишет, то есть он как бы видит, что какой-то там сейф есть, но он пишет то, что 0 смертей, времени 0 секунд и, ну, первый уровень. То есть самое начало. То есть не пашет сейф. Солгрин не мог вначале объявить об этом, а потом уже выпускать патч 5. Ну, серьезно. Я просто знаю, на самом деле, подозреваю, почему это произошло. Потому что в Steam игра обновляется автоматически. Блин, зачем я сердечко взял? Сейчас бы полное здоровье было бы. Ну ладно. Игра в Steam обновляется автоматически. А... И то есть патч поставился без меня. И, видимо, сам патч, как во время установки патча, даже неважно, запустил я игру или нет, конвертировал эти настройки, скорее всего, ну или что он там сделал. И, видимо, это уже привело к тому, что сейвы все. Я забэкапил-то я позже. Хотя я игру не запускал, но забэкапил я, скорее всего, уже после патча, так как уже мне об этом сообщили, что там у кого-то сейвы полетели. Ну блин, и как их было, ну, размикрить? Ну я первых очень неплохо размикрил, но... О, сколько ж тут еще страдать-то? Кстати, эта игра обошлась мне в 133 рубля. Ну, то есть я продал 3 карточки
из инвентаря на 100 рублей, которые мне дали тот во время игры на прошлых двух стримах. То есть купил за 233 по скидкой 30%. И еще на 100 продал карточек. Ну понятно, что эти деньги в Steam только будут для покупки будущих игр, но все равно. Да блин, так не получилось, но я понял стратегию на них. На первых этих двух кусачках я, кажется, понял стратегию, сейчас только надо ее реализовать. То есть я вначале стою вплотную, да, на наш... Да убейся. Наношу им урон первый. Они меня перепрыгивают, не задевают. Я прыгаю направо на платформу, они прыгают, ну, к платформе и не запрыгивают на нее. Я успеваю подойти, нанести еще урон. Потом отхожу еще правее, они прыгают, опять, ну, до меня не долетают, у них же фиксированная длина прыжка. И я наношу третий урон обоим, и по идее вот так вот они сдыхают, и как бы, ну, мне не нанеся урона. Ну, в теории. Сейчас посмотрю. А, эту фазу его усложненную второго босса. Ну, я прошел, в принципе, тогда на том сейве. А, что я сделал-то? Ну, почти. В принципе, почти, да, рабочая тактика. Ну, точнее, тактика вроде рабочая, просто я немножко, ну, не, я же не прям идеально ее выполнил. Почему он стал в меня прям прилетать? Он же прилетал чуть в сторону. Ну, ты встанешь нормально. Долбал. Да ну, это жесть. Ну да, у меня тоже такое было. Я доходил до второй этой без урона.
Но что-то ты жестко страдаешь, ну как-то мне кажется, если когда без урона доходишь до второй стадии, то там уже в принципе нормально. Ну, по крайней мере, я с нескольких попыток размикрил. То есть, когда вот именно в те попытки, когда я с хорошим остаточным здоровьем доходил до второй стадии, и всего таких понадобилось несколько попыток, и прошел. А если ты с полным доходишь, то, ну, по-любому надо пройти уже. Да ну почти, в принципе. Неплохо было, вроде бы, ну. Хорош там залипать за стеной. Очень много времени, конечно, уходит вот дойти до этого портала. Представляю, если без урона надо было бы, то это вообще печально. Ну, неудачно, неудачно. Да что такое? Ну почему он так много урона значит нанес? Привет, Угибастия. Ну, не помог бы капсейвов. Я не могу этот момент пройти уже сколько, 60 смертей, что ли? Ну, короче, очень много. Обидная, конечно, подстава от Солгрена. И причем такое ощущение, что он усложнил игру, потому что я вот что-то, блин, чувствуется тяжелее. Но я не знаю, или что, меня там рандомило, да, вот я уже это обсуждал. Непонятно, почему в первый раз мне не было так тяжело. Ну так тяжело. Вот так тяжело не было. Не 60 же смертей я в тот раз здесь потратил. Ну, по-моему, там где-то с попытки с 20-й там прошел где-то.
повезло. При чем тут спидран? Какой спидран? Ты видишь, во второй раз мне тяжелее играть, чем в первый, а не легче. Так что тут вообще ни о каком спидране речь не идет. Хотя если пару раз, ну если пару раз так еще будет, я дропну же игру. И, ну точнее, на ангел мод буду проходить. Вообще я сейчас уже думаю ангел мод включить, потому что, ну, как бы невозможный момент. Что-то я подумал, знаете что? А у меня точно Mortal мод? А как посмотреть? Может, я на максимальной сложности играю? 0 DS? Да не 0 DS, а 90. Так, что-то мне не нравится, что какой-то сей... Блин, при выходе вылетает. Что это вообще такое? Сейчас только что вылетело. Ну, короче, нажал выход и прекращена работа программы. Так, мне не нравится, что 0 смертей показывает. А вдруг это какой-то глючный сейф? Блин, еще раз что ли до сюда дойти? В принципе, там начало-то несложное. А, хотя нет, если был бы демон мод, ну так зачем-то я не буду открывать, если спойлер. Если был бы демон мод, то бы я бы заметил, что сейвов меньше, да? Хотя вот написано bosses and enemies have additional abilities. И у этого, который огоньками стреляется, его огоньки поджигают V. А такого не было раньше. Блин, мне кажется, какой-то смешанный режим получился. Давайте-ка я все-таки попробую заново и посмотрим сейчас, в чем разница. Так, тут вроде никаких я этих не видел. А, здесь я понял, здесь нужно было в библиотеку только зайти. Да, тут же вроде ничего.
Ну просто ради этого. Вдруг это на что-то повлияет. А, так это дает даже предмет. Тем более. Ну блин, по гибести ты сравнил Камиле и как бы коммерческую игру. Как успехи, ну я еще раз заново начал. В третий раз. Потому что мне что-то не показалось, что я. Сложность какая-то странная и сейвы как-то, блин. По-моему, сейв какой-то кривой. А за это тоже какой-то предмет дают? А, нет, предмета нет. Да говорю, по-моему, какой-то сейф кривой, потому что мне показывают на титульном экране, что у меня 0 смертей, и мне это не нравится. Вдруг потом это обернется чем-нибудь нехорошим. Вот, сейчас я сохранился. Теперь go to title screen. Так я... А, ну... Так, ну стоп, тут-то у меня 0 смертей. Вот! Он с одного удара умер. Я что, реально Demon Mode играл? Он умер с двух ударов и нанес мне очень мало урона. С одного удара умер. Да ну жесть, я значит мучился на типа на демон мод походу или что-то вроде того, да? Так это чё вообще, ну жесть, это же сейчас он легкотня. А, значит это всё-таки баг самой игры, а не сейва, да? Но сложность походу всё-таки демон была. Хотя по количеству сейвов было вроде как обычно. Не, ну вы видите, да, насколько я сейчас легко их убиваю и насколько у меня меньше урона получаю. Это вообще, это разве можно сравнить? Все, нету этого. Блин, сейчас не пройду, наверное. Да, не допрыгнул. А, не допрыгнул. Я с первого раза этот момент прошел. С первого раза, а до этого я мучился и тут сидел. И вот отошел уже до того момента, на котором сейчас мучился все это время. Сколько, полтора часа.
Блин, он с одного удара умирает. Запросто без урона убил. Ну, хорошо, с уроном. Ну, потому что, да, тут я просто плохо себя контролировал. Ну, полное здоровье, иду к порталу. Один только вылетел, он один вылетел. Ну вы поняли. И все, я без смертей это прошел. Жесть. Ну что за... Чем мне Нимбус оскорбляет? Я знаю, что можно отключить. Ничем меня не оскорбляет. Так, что мы там понабрали? Ну давайте с бантиком побегаем. Не, ну как бы вы, в принципе, если хотите, можете, ну, предлагать то, что там... Это что? Ну, убери там такой-то предмет, поставь там другой. Ну, в принципе... Могу побегать с разными какими-то. Компаньон. А, не-не, сейф не надо. Как отменить-то? А, ну, кстати, это... Насчет компаньона, я-то помню, что там в трейлере было к игре. Но я не буду говорить для тех, кто вдруг не знает. Ну, правда, я не знаю, что это делает компаньон. Так, а зачем эти взорвались, интересно? Если назад вернуться, может, там будет что-то интересное? Вот здесь, да? О! Это что? Демон Хорнс? Хм. Нет, спасибо, не надо. Так, а Гоги Бастия, ты еще тут или кто там? Ну, короче, если бы секретки подсказывали бы, блин, было бы очень круто. Просто там непонятно по этой вики. Так, там вроде нету. Ладно, назад вернусь настолько, насколько смогу. Мне кажется, тут не смогу. А, нет, можно.
А, вот тут уже нельзя. А, это... Ну, смотри, вот ссылка есть, да, мне скинули. Сейчас. Ну, просто мне неудобно, как бы, смотреть, и, ну, я, конечно, могу, да. Ну, короче, если кому-то там не сложно из чата, то, ну, подсказывайте, пожалуйста. Ну, потому что секретки делать такое, самому их можно искать, конечно, там, годами, да, ну, грубо говоря. Ну, как бы, хочется сразу взять-то. Ну тут понятно, придется смерть потратить, ну в смысле жизнь потратить. А, заспавнились. Вот тут слева, это я помню, я ее сам нашел. Блин, насколько же проще на Mortal Mod, ну жесть вообще просто. Что я взял? А, кошачьи ушки. Где бантик брал? Блин, а где я бантик-то брал? Не, давайте бантик оставим. Стоп, а где я бантик брал? А, под порталом, да, я бантик брал? Ой-ой-ой-ой-ой. Скушали. Так там, это же основной путь, там сейф и все такое. Вот туда, да? Или ты другое что-то имеешь в виду? Да хорош, чего вы раскладку не переключаете? Тут можно счетверить после взятия возможности. Ссылочка. Не отображается картинка. Ну ладно, я уже сейчас открыл, посмотрю. Так. Это я взял. Это я... Стоп, а это где, я не пойму. А, самое начало? А как я туда попаду? Стоп, так я же не могу к самому началу да, вроде прийти. То есть там, где я взял эту, этот став, да? Попробую еще раз пробежать туда. Ну, по-моему, же там вообще никак.
Ну не здесь же, правильно? На имею в виду, ну внизу-то явно смерть. Здесь могу пролезть. А вот тут как? А, или можно? А дальше? По-моему, дальше никак. Наверх. Не, ну тут как бы явно что-то, явно вряд ли. Эта штука не падает из-за моих прыжков. Я думал, может, она свалится. То есть снизу туда вообще не попасть, вроде как. Ну, странно. Наверное, я туда смогу попасть каким-то другим способом. То есть, ну, типа, знаете, выбор уровня, там, все дела. Танцы игры, там, что-нибудь такое. Телепортационная комната, еще что-нибудь такое. Так, а следующее? А где это? Я не понимаю. А, это уже... А, так, кстати, тут не про все секретки. Я уже нашел больше, чем тут есть. Ну, понятно, теперь... Ну, ладно, буду сам тогда искать. Что смогу. И, ну, частично там подсматривать, конечно же. Жесть, я уже думал, что-то со мной не так, если честно. Ну, то, что я не могу пройти, то думал вообще как... блин. А что мне дает этот цыпленок, которого я нашел? Непонятно пока. Ай-яй-яй, поторопился. Направо нажимать. Да, ну тогда зато я понял, что такое демон мод. Это то, что лучше не включать. Ну так, проверил на всякий случай, вдруг там что. Да, я не знаю. Я же не играл в Кастельванию ни в одну. А, тут надо, я понял, что. Хорош меня палить. Не, они такие безобидные стали, все эти монстры. Ну серьезно, такие безобидные стали. На этом режиме. Ну
Ну блин, только он рандомится слишком неудобно. Ну да, конечно, могут убить, если так слишком, да уж, слишком не рассчитать. А, этот дурацкий момент сейчас будет. С этими руками. Да, дурацкий момент. Я помню тебя. Без урона. С первого раза без урона этот момент прошел. Вот что значит управление нормальное, да? Не то, что в тот раз. А, я до второго портала добрался. Ну, нормальное управление и, разумеется, нормальная сложность. Потому что в тот раз-то я на нормальной сложности играл. Эх, вас двое, это что-то жестко, кстати. Ну, ну сейчас убьют, наверное. Убили. А, нет, не убили, подожди. А, так двое, да, вот двое, конечно, не затраливают. Ну, плюс я не с полным здоровьем пришел. Вот, теперь с полным. Совсем другое дело. Хотя там, в принципе, разница была, конечно, не очень большая. Так. Я понял, значит, одного надо сразу убивать на пролом. Летуна этого, ну, в смысле, подгорателя. Это что-то они тут, да, более такие суровые, конечно. Хм, ладно, надо сосредоточиться. А то я что-то уже расслабился, думаю, типа, да, легкие. Но все-таки, когда их много. Ой-ой-ой. Когда их много, то это может доставить проблем. Хм. Так. А вот их двое. Надо одного сразу на пролом. Сейчас появится где-нибудь. Во. Отлично. Ну уж второго-то как-нибудь забодаю. А, все, портал готов. Сейчас третьей попытки или какой-то. Ну, что-то около того. А, не, не сюда. А, я помню, я тут долго думал, куда идти, надо просто возвращаться, да? Стоп, а там мне что-то говорилось про секретку. After defeat second black hole, fly right up. Так...
Привет, Алексей. Так я же там, я помню, я пытался, я же там не могу взять. А как же они предлагают это взять? Что-то я не понял. Или это все-таки что? Не в этом месте. Да нет, похоже, что это вот там показано. Вот это место. Может, тут могу встать на какую-нибудь колонну? Нет. Странно. Так, это то хотя бы место-то на скрине? А, нет, кстати, это совсем другое место, не похоже. А, так это не похоже-то на то место, это значит другое какое-то место. Значит, наверное, все-таки не туда, а куда тогда? Как это в топку Соника? Ничего себе. Да, вот это затроллил. А, вон, я вижу. Так, и как туда попасть? А как туда попасть? Тут, кстати, сейчас уже босс будет первый. Ага, вон там есть, хотя смысл. Так нет, я даже не близко. Странно, для чего вот это сделано? А, и кстати, это место не похоже на то, да, это другое место. В общем, я не знаю, где секретки искать. Непонятно. А, вот я нашел, вот про вот это место. Только непонятно, как его брать. Ладно, ну пойдем победим босса. Так, я же засейвился, да?
А, как удалить? Так. А можно маленькие буквы сделать? А, ну и так маленькими. Блин, что-то не то нажал, да? Я уже забыл атаки. Сейчас вспомню. А, feeding time, это я помню. Ага, это я тоже помню. А, не успел среагировать. Так. Все? А, подкат теперь дали. Ага. Wings of Miyagi. А что они дают? Может, они дают не только изображение, а может быть какая-то есть и другая разница? Нет, это не будем. Да нет, вроде никакой разницы. Так, нет, я хочу тот сундучок наверху взять, но как? Я пока не буду сохраняться. Так, там очевидно можно налево как-то, наверх. Да, вон там. Ага. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Да, я понял. Можно, можно. Явно можно. Ой, скользи. Ну, немножко не рассчитал. Оп. А, вот и сундучок, ну отличненько. Ну пока вроде все, что ты видел, сундуки все собрал, да? Так, это что? Cattail. Мяу. Так, customize. Tail. Ну как-то, блин, смотрится это, мне кажется, не, вообще не в тему.
Итак, следующий. Так, а это что за переключатель там? А, я помню, что за переключатель. Так, сейчас перепрыгнем. Оп, недолет. Тут надо вначале парить, да, а потом. А, я помню, тут надо еще не разрушать. Ну, я понимаю, но именно вот эти вот хвосты не в тему, как-то, мне кажется, смотрятся. Остальное нормально, там вот эти уши, там это, ну, крылья, да, прикольно, но вот эти хвосты, мне кажется, как-то не очень. Так, тут слева по-любому, да, что-то есть? Нет? Не, стоп, там что-то было, я помню, там. Вот. Шарфик. Так. Вот это нормально смотрится вполне. Так, продолжим. Мы просто отвлекли немного. Аксессуары, шарфик. Ага, это вместо вот этой палки. Так, и крылья вроде ничего не решают, так что я думаю, вернем нормальные. Вообще, странно, я понимаю, там, ну, шарфик, там эти уши, да, но это можно там прилепить. Но крылья заменять странно. Это что, предмет, что ли? Эй, ну запрыгни ты. Не хочет. Микаса, это кто? А что такое, не хочет? Не, ну конечно можно просто рестарт нажать, но это добавляет к счетчику смертей. Ну ладно, что-то не хочет, странно. Хотя там я выход явно это для этого предназначен. Ну вот, без урона же можно их пройти. Вполне. Вот, прошел без урона. А тут, не, на этом режиме сложности можно вообще все без урона, если постараться. Это я уже вижу, а вот на том, вот там вот как просто какая-то, ну реально ад. Не зря демон мод, потому что это, ну реально адское что-то все. Так, а тут... Что-то я не помню. А, скользить, что ли, надо? Да скользить же.
Ну ладно. Так, а там наверху что-то есть? Нет, я не могу туда запрыгнуть никак. По крайней мере, сейчас не могу. Может быть, там будут, ну, опять же, сюда приду с другими способностями потом. Так, посмотрим, что там по секреткам. Может, что-нибудь увижу для себя. Так. Ага, это я взял. А это что? А. Так, а это где? А, шарфик. Шарфик я взял. Ага, я что-то пропустил, по-моему. Kill First Emitter. Emitter — это вот этот вот стреляющий синими штуками. И после него летите на... Блин, а я далеко уже оттуда, да? Я не вернусь. Ну, явно не вернусь. Хотя, вот так, если... То, в принципе, можно, да? Так, эти уже убиты почему-то. Здесь я могу залететь. Так, а тут... Тут, кстати, не знаю. Да, тут я, наверное, не смогу никак. Не хватит мне полетных способностей. Ну ладно, значит, одну секретку я пропустил. Привет, пресс-клауд. Ой-ой-ой-ой. Да что же я, ну не так же это делается-то. Так, а следующая тогда где секретка, чтобы не пропустить? А, ссылку сейчас посмотрю. А, и чем же почти... А, то, что шарфик? Ну, знаешь, это не так уж много совпадений. А, и все, здесь вроде больше не будет секреток, но я пропустил всего одну. Так, здесь надо скользить. Как же я не долетел-то? Да ну. Да ладно, ты что такое? Тайминги. Да ладно, ну... Да что такое? Хотя зря я рестарт жму, надо было попытаться. Так, что у нас тут? Всего лишь рука. А, тут опасненько. Еще камера что-то дергается. Недолет. Недолет. Долет. Так, тут секретов никаких нет. Ну, да, я тут немножко сплоховал, ну, что ж поделаешь. А, ну это я помню. Тут надо прыг,
прыг, там скользь и допрыг. Ну, короче, да. Тут не сразу я это место прошел. Так, ну у меня здоровья было мало. Марку, кто такой Марку? Видимо, я вообще не в теме. Ну, главное, что тут я знаю, кто, ну пока что. Да, ну как же не допрыгнул-то? И, кстати, полет этот парящий я не могу остановить. То есть, да, вот я нажимаю, и он уже... То есть, она будет уже лететь. То есть, вот, например, я нажал и отпустил кнопку, но она все равно летит долго. Поэтому вот здесь вот так, такая задержка получается. Ну, да, можно даже без урона при желании. А тут что-то жесткое, по-моему, да? Да, я это помню. Жесткое, блин, с первого раза прошел. Ничего не жесткое. Все довольно-таки изично тут. А, тут сейвика нету. А, ну ладно. Ну, норм. Так, а где сейф или что? А, стена. А, все, до босса дошел. Босс. Ну, погнали. А, тут еще катсцена вначале. Так, ну буду вспоминать, что тут к чему. Так, это я помню. Да, в принципе, я все атаки вроде помню. А, ну, почти все. Да, просто заново. Да, заново прохожу, потому что Сол Грин так решил. Ну, он эти сейвы испортил. Хотя я их даже забэкапил, но мне это не помогло. Да чё я его не ударил-то? Плохо. Ну ладно, пока все равно буду вспоминать атаки, не буду рестартить. Так. И бей. Ну как я сам попался-то? Блин. Она да-да-да забыл я, ну забыл. А сейчас он разозлится уже скоро. Пару ударов уже и все, и разозлится. А, ну вот уже сейчас. Все.
Как закончится эта атака? Это я не знаю, как без урона проходить. Ой, ну хитбоксы, конечно, да, у этих пулей просто замечательные. Ладно, надо постараться без урона до второй стадии доживать. Ветер. Да забываю я про это. Ну ладно, зато получи тогда. Ну, не без урона, ну и пусть. А, вот это уже плохо. Да что такое? Не, ну это уже фейл, конечно. Ну ладно, попробую все равно. Чтобы не забывать атаки, а то если каждый раз рестартить, то можно забыть атаки некоторые. Да не, ну вот это уже все. Так. Бамс. Да что такое? Я падаю с платформы с этой. Так, давай, какую атаку начнешь? Давай какую-нибудь простую. О, ветер. Ну, ветер этот. На этой фазе она... Ну, не, она, в принципе, на любой стадии она легкая. Это атака. Даже на усиленный вполне так. Так. Ну, чуть-чуть урона, конечно, получил, но не так уж много. Вот это дурацкое на той, на усиленной, там тоже эти пульки летят. А что же я об эту ногу задеваю все время? Да задел, ничего себе. Так, ветерок. Не забыл, но он меня все равно задел. Ну как так? О, сейчас злой будет. Ага, да, вспомнил. Ну как я упал? В принципе, оставил ему всего полторы. Полторы, не знаю чего, баночки, полосочки. Угу. Ну, кстати, по-моему, никогда не делает две одинаковые атаки подряд, да? Забыл опять, да что ж такое? Ну забыл, забыл.
А, уже разозлился. Кстати, я ему так мало оставил. Блин. Не знаю, как там нормально пройти это. Давай ветер, пожалуйста. Вот. Так, плюется, я помню. Есть. Лол. Ничья. Ну на. А интересно, скрипт не сработает какой-нибудь? Баг какой-нибудь не сработает, типа что? Ну ладно. Ну зато Руби живая, это же тоже плюс, да? А то обычно он ее съедает в конце. Ну сейчас будет уже нормально. Да что-то я потому что подумал, что если сейчас его я не ударю, то следующая атака какая-нибудь будет, которая меня убьет по-любому. А так как бы был шанс, что не убьет. Следовательно, какой вывод? Каждое ХП важно, каждый минимальный урон надо минимизировать. Надо до тут доходить вообще без урона. Самопожертвование, да. Ну, конечно, честно говоря, нужно, чтобы он рандомил на второй стадии. Ну, то есть, плохих атак поменьше делал. Задел. Давай какой-нибудь ветер там. Ну, да как я попал? Ну это жесть. Ну блин, уже мало здоровья. Конечно, рандомить всегда можно. Все началось. О, еще раз? Это хорошая атака. Ветер тоже хорошая. Вот это, ну, нормальная. А это очень плохая, вот это очень плохая. Сейчас меня убить может запросто. И убил. Очень плохая. На нее я максимальный просто урон получаю. Я не знаю, как ее пройти без урона. Может, наоборот, это начинать с правого края. Давай заново. Может, с правого края надо начинать, наоборот, тогда как-то я легче размикрить будет. Блин, не знаю. Ой, что-то я не рассчитал. Ну ладно, вроде выжил. Давай попробую ее справа научиться микрить. Mm.
Ну, не знаю, это первая стадия, а на второй так хорошо не будет. Да как? Ну, это не очень. Не хватит уже Руби бить об пол. А, опять я слева. Чуть осталось до второй. Поехали. У меня много здоровья, в принципе. Хрен знает, но, по-моему, довольно неплохо для этой атаки. Я выжил. Не так уж много потерял. Так, надо сейчас рубить его. Давай, на тебе. Но, давай полеты понизу. Идеально. Труп, я думаю, надеюсь, он. Нет! Блин. Все. Теперь точно все. На. Ой, башки нет. О, а это что за тельце упало? Блин, 12 смертей на нем потратил. Ну да, крылышки ей пообрубили-то. Ничего себе там фонтан. О, вот эта дурацкая штука с ракетами. Вообще, конечно, хотел, не знаю, заканчивать уже, но я думаю, что пока еще поиграю. Ну хотя бы тут упасть бы вниз. Пройти бы вот эти вот самолетики. Ну это явно неудачная попытка, но я хотя бы вспомню. Вроде легко же, они по кругу всегда стреляют, они даже на меня не наводятся. Я могу четко заранее видеть, сейчас меня полетит пулька или нет. Блин, ну хорош, об них-то самих задевает. Да лол. А, все. Так, где тут сейф-то? Так, ладно, посмотрим, где тут секретки. Непонятно.
Ну, сейчас я пригляжу, так что... Чтоб такого момента я вообще не помню. Странно. Ладно, короче, я понял. По этим картинкам вообще ничего не понять. Проще самому просто искать. Вон там, по-моему, секретка. 50? Ого. Не так уж и мало. Стоп. А как же, я не могу сейчас туда попасть-то, а? Вроде. Или могу? Я могу из воды, в принципе, выпрыгивать. А, могу вроде. Сейчас. Вот. Это что? Понитейл? Для волосатых ситуаций? Не понял. Фейри. О, скелетонные крылья. Не, спасибо. Аксессуары, понитейл. Ну короче, прическа, да, вот это хвостик из волос, ну я понял. Не, пусть шарфик будет. Я просто не знал, как это по-английски называется. Не, другие пони имеется в виду. Так, просто проверяю, что тут у нас. Вроде ничего такого-то нету тут. Секреток особо не вижу. Вот это вроде довольно неприятный момент. Нет, английский вариант не слышен. Откуда? Я что, по-английски, что ли, разговариваю? Или часто играю в какие-то игры на английском, да не особо. Ну, в которых прям дофига диалогов. Нет. Единственный раз был, это вот Lost Odyssey. Ну, может, еще там парочку, да и то не особо так. Фильмы там и так далее, я на русском смотрю. Я как-то не фанат английского языка, просто. Просто когда вынужден, ну, тогда да. Использовать там, или что-то такое. Да хорош, ну вроде же не сложный момент. Ну не настолько сложный. Блин, чё же я не подождал? Надо было просто подождать, пока я начну падать вправо, и потом прыгнуть позже. Вот и все. А ты кто? Ничего себе. Я уже и забыл про них.
Ничего нет. Просто там на фотках было, что секретка где-то под водой, но я не понял где. Ой, песик с перышком. Ой. Это я сейчас случайно упал на самом деле. Не специально. Я просто не сразу понял. Ну не тут же, да, вроде. Мне кажется, должно быть видно. Так. Тут что надо сделать? Так, так, да? Ага. А, вот здесь. По-моему. Только, блин, до сейва бы дойти вначале. А его тут нету. А назад я потом тут не вернусь. Ну ладно, тогда пойду поищу тут. Непонятно, а где? А, не, кстати, я там же буду прыгать сверху. Не, что-то... Сейчас посмотрю скриншот тогда еще раз. Ну, вроде видел, это же место там было. А, или это... А, нет, это похожее просто место. Это другое место какое-то. Ну, короче, там будут две колонны вот такие металлические вниз уходить под воду в том месте. Одна из них полностью цельная, не как вот здесь то, что справа. И они чуть больше по расстоянию друг от друга. Ну, короче, другое место. А, как я не допрыгнул? Ну... Жесть. Что за фигня? Да лол, я опять об этот камень заделал. Он настолько неочевиден по текстуре. То есть что тут осязаемо, что нет. Ну как бы вот, если просто прямо присмотреться и смотреть, то да, все очевидно. Но когда это все быстро происходит и ты надо среагировать, то, блин, как-то теряешься. Ладно, идем дальше. А, туда я потом попаду, это я помню. Ну все, я практически пришел к поселению. Да хорош. Ну что такое, ну? Вот и все. Так, тут где-то сейф вроде был.
Ну да, запечатано. Я не знаю, есть ли смысл разговаривать тут со всеми. И так-то я уже разговаривал. Тут он мне это кто-то что-то даст, я помню. Как, ну, способности, там перышко. А, пока-то не могу даже допрыгнуть. Мне надо вначале это перышко самое и взять. А, ну я уже закончу, да. Ну, кстати, насчет стрима твоего, ну, я не знаю, смогу ли я прийти, потому что, ну, как бы, я не могу целый день и играть, и еще и смотреть стримы надо, и другими делами заняться. Ну, так, хотя бы привет забегу сказать, это точно. А, вот, нашел. Так, это два на прыжок, по-моему, да, или что это? Да. Ну, плюсик гарантирован. Ну то есть как? Я плюсики ставлю, если стрим, сам стрим, да, как бы нормальный, там все настроено, стример говорит, там, ну, комментирует, ну, как бы все такое, ну, нормальный, да. Даже если сама игра не нравится, то есть это не важно. Но при этом, ну, как бы, просто из-за того, что знакомый, кстати, я не ставлю плюсик. То есть, если просто типа знакомый стример, значит по-любому это плюсик поставить не. У меня такого нет. Но просто Xenir твои стримы я видел, в принципе, они нормальные, так что плюсик, скорее всего, будет. Так, ну, осталось, в принципе, босса пройти одного. Так, надо сохраниться, а то я не знаю, насколько тут прогресс-то сохраняется сам по себе или нет. Ну, именно вот по диалогам, там, по всем этим перышко, то, что взял. Ну, вроде сохраняется сам. А куда тут дальше-то? А-а-а, вспомнил. Эй, не падай. Может, на том желтом сейве уж сохранится. Это, по-моему, тут дальше даже убежать. Ну, хотя, в принципе, так же почти. Как же тут? Ага. Блин, что-то я слишком много клавиш нажал. Да почти ж. Вот. А, ну и начинается вот этот момент с... да-да, облачками.
Так, что-то я тут забыл. А. Так-то. А, еще же молния. Ага, значит, тут так, прыг, полет, прыг. Да, это я вспомнил. Так, а здесь. А тоже прыг, полет, прыг, да, вроде. Прыг, полет, прыг, прыг. А, нормально. А, и вот этот теперь момент еще хуже. Как я задел это? Почти. Привет, хвост, я перепроходил игру. Сейвы не работают. Где? Ну зато я больше секреток собрал. Эх ты ж, ну не вовремя подкат сделал. Да, побились. То есть и бэкап не помог. Я их забэкапил, но это мне не помогло. Скорее не сейвы побились, а система ну, загрузки сейвов изменилась. Просто сейчас уже версия игры 1.05, уже 5 патчей вышло. И он там изменил какой-то формат настроек. Он сам об этом написал. Да что же я опять не вовремя подкат-то сделал? Теперь тут начал ранение получать. Ну это вообще жесть. А что значит решил скачать патч? У большинства игроков в Steam стоит автоматическое обновление игр. Там можно его отключить, но как бы обычно это не целесообразно, но нет в этом смысла. Естественно, вот у меня, например, автоматический патч поставился. Как бы вообще я ничего не делал для этого. Я же не играл, ничего не запускал игру. Просто Steam увидел патч и скачал. Так всегда. И обычно это хорошо. Но в этот раз... Да блин, ну что ж я немножко там мешкаюсь. Ну блин. Не допрыгивают иногда.
Хорош. Ну, блин, ну, конечно, когда я сбил, ну, один раз уже упал, то это, ну, как бы сбивает все полностью, и, ну, уже сложно там сориентироваться. Не, ну, короче, я думаю, что если ангел мод враги еще слабее, то можно и на думит режиме поиграть. Ну, то есть, когда смерть от одного удара. Вполне. Даже на этом можно, если поднапрячься. А там, я думаю, тогда вообще будет довольно-таки даже легко. Да что это? Ну что это? Наконец-то. Здорово. Эх ты ж. Ну сейчас пока вспомню. Эх. Ну блин. Ну блин. Да что это? Ну короче, вообще... В принципе, на второй попытке больше он потратил, чем на первый. Ну блин, ну я же подкат сделал. Да... Что ж ты... Ляп, это такой. Ну, я пытался подкат сделать, немножко не успел. Так, ну сейчас я потратил ему не больше. Сейчас я вообще не успел. Да что ж, ну я сделал подкат-то. Удаляй. Че я вообще сделал сейчас? Я как-то запутался. Подошел чуть-чуть, на сантиметр и задел.
А, кстати, он уже разозлился. Ну да, сложность отличается не только там в количестве здоровья или количестве сейвов. Так что для Ивана это хорошо. Не банально. Да что ты делаешь? Он бегать начал. А, он, кстати, уже разозлился опять. Так. А, я думал, он перепутал, короче. Немножко иногда непонятно, какую он атаку собирается сделать. Да что ж я на него-то прыгаю, ну? Так. А, задел. Ну блин, ну прям на меня прыгнул, ну прикол вообще. Да что же на месте ты долго стоял? Блин. А. Да, вот эти, когда он делает кучу этих энерговолн в прыжке, вот это больше всего меня троллит. Потому что я не отличаю это от обычных его прыжков, там, скажем, к следующей атаке, там, переход. Я ж прыгнул. Вот иногда отвечаю, когда слишком очевидно, но, блин, иногда непонятно. Так, блин, ну прям взял, прыгнул в меня, ну офигеть.
Следующий. Оп. Да что же на месте-то стоит? Ну вот, это самое не очень затраливает больше всего. Вернуться от этой фигни его. Чуть не рассчитал. Хватит уже в него приземляться. Думал, что в меня прыгнет. Но я боялся в молнии задеть. Наконец-то, блин, вернулся от этой атаки. Ну что же, второй раз-то. Еще, если бы еще не эти прыжки, в него прям... Чуть на шипы не столкнул. Торможу. Дулоу.
Он у меня пока больше потратил, чем я у него. Оп, да, я ждал, что ты прыгнешь. Так, ну сейчас я у него больше потратил. Да лол, ну эти молнии. А, еще вот это же я забыл. Блин, я забыл про эту фазу. И после этого он обычным становится, по-моему. Да почему я же, он прям был в подкате, и почему-то мне это задело. Ну, сейчас-то понятно. В общем, иногда немножко не понимаю все-таки. Сейчас он с поровну, кстати, здоровьем с ним. Так, вот эта фаза сейчас. Ну я же сжал. Все. Так как? У меня быстро как-то здоровье закончилось, вроде же еще было 4 пункта. Ну почему он туда побежал? Привет, Фабино. Да, я проходил. Я не, кстати, я тебе говорил на самом деле, по-моему, на стриме. Пришлось сначала проходить. Стал грин сейв топором. То есть я этого босса уже, например, убивал. Ну что-то я совсем мало здоровья себе оставил. Мне кажется, это уже явно фейл. А, ты не знал, что на стрим... Блин, нафиг чат читать? Ну да, я не говорил, что на стрим, но я думал, это очевидно. Я почти что не играю в игры не на стрим.
Да как он меня так съел? Да ну, это сразу вот удаляй. Да ну какой ты этой фазе самой легкой. Да вроде хитбоксы нормальные. Нормальные хитбоксы, просто, блин, фигню надо меньше страдать. Только вот эти непонятные штуки. Ну как-то они иногда почему-то даже с подкатом все равно урон наносят. Да вот, ну я не знаю. Не, ну ладно, я понимаю, я раньше рано слишком начинаю делать. Да ну, я удалю это, потому что я очень много урона на какой-то ерунде потерял в самом начале. Как так-то? Мне нужно до второй стадии доходить практически без урона. Ну или там с небольшим уроном. Там 1-2 фейла, не больше, ну блин. Не тонну хп ж терять-то. На первых там фазах. Тем более на таких легких. Вот опять вот затроллил. Потому что непонятно, куда он побежит. Или будет ли он стоять на месте. Потому что и то бывает. Ты чё, задолбал это делать? Так. Да она так резко начинается, что-то я... Или я слупок просто овер 9000. Наверное, второе. Да что ж ты это делаешь-то, ну, это же вообще не очень. Я тебе не могу урон наносить на этих фазах. Вот на этой могу, вот и нанес. Все, рога пообрубил. It's spam time. Да, музычка прикольная была на этом боссе. Так, что-то я не помню, тут есть какие-то секретки или что? А, тут умираешь, когда падаешь. Ну да. А, забыл, тут такое тролльное место, вот такое тролльное место, или это просто, мне кажется, Bad Evil Design. Да, на Good Game огромная задержка. Я в курсе. Надо, наверное, все-таки, ну, основной поток на кибергейм, да, пускать? Я все время забываю.
Так, а где же эта секреточка все-таки лежит? Непонятно. Не, ну не тут она явно. Эх. Где? Да, электричество вернулось, все отлично. Так, мне открыли ворота. Но я пока туда не пойду. Так, у тебя нету еще одного перышка случайно? А, нет. И, по-моему, наверху я так и все равно не смог, да, открыть. Ну да, даже этими шарами не открывается. Непонятно, зачем это тут. Хорошо, что я не могу им урон нанести. Это было печально, если бы кого-нибудь из них зарезало, они бы сказали, типа, да вы же не ангелы, вы демоны. И не знаю, порубали бы нас. Ну, короче, не знаю, не вижу я тут секреток больше, по которым я мог бы достать. Может быть, потом сюда как-то вернуться можно дать. Вот я и дошел до туда, докуда я дошел на прошлом стриме. То есть за два стрима тогда я дошел, сейчас прошел за один стрим, и то, как за один стрим, можно сказать, что... А, ну вон, за меньше, чем за два часа я дошел до сюда. А, кстати, на Этрике привет. Нет, дропов нету вообще. Это, ну не знаю, в общем, что-то с Good Game, видимо. А, в общем... Всего лишь мне 2 часа понадобилось, чтобы до сюда дойти, но я вначале еще 1.5 часа на демон моде, оказывается, да, мучился. В самом начале не мог пройти первый портал. Ну, в общем, ладно, со следующего стрима уже будем продолжать дальше. А сейчас, у кого вопросы, пожелания, замечания, предложения есть, можно писать в чат. На этом стрим заканчивается. Всем пока, увидимся.